спасибо. Самой бы узнать. Что это? Кулачок. С Катей все узнаете в эфире, но неприятности у нее случились. Нафиг мне Моргенштерн? А? Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Нафиг тебе Моргенштерн? Не знаю, зачем мне Моргенштерн. Все. Да, с Катей мы дружим. Катя, будь добрый, будь после таких мерзких подруг, как сказала, я даже слова не выговариваю. Просто у них возникла взаимная симпатия. Мы расстались. В этом ничего такого плохого нет. Поэтому ничего плохого не вижу в том, что мы общаемся. Какие еще будут вопросики? Ну, у него настоящая фамилия Пенушкин, поэтому... Вот. Это так. Мне, кстати, нравится его настоящая фамилия. Насчет Марины все узнаете в эфире тоже. Интересная история. А, такой гуманский нужен. Марина ушла. Угу. Да. А, ее избил Влад Иванов, причем избил ее очень сильно. Неприятненькая история. Она все сильно проходит. Из-за любви. У меня татуаж, поэтому я ничего не делаю. Но из-за того, что он ее приревновал, вот поэтому и избил. Странно, повезло. Так. Привет, Лена. Да, они расстались, но я не могу рассказать, кто выиграл, потому что это нет эфиров. Ну, как? Не знаю. Парень, не парень. Нет, Максим не убрал тату, он ходит с татуировкой на моей груди. Точнее, на его груди с моей татуировкой. Нет, Катя не встречается с ним. К Максиму пришла новая девушка. Он вообще не похож на меня ни капельки. Посмотрите в эфирах. Вот. Так, нет, это было не свидание, это мы просто сидели и смотрели мультик. А так, наше свидание, а-ля свидание, будет так, через неделю, в понедельник. В общем, как-то так. Спасибо большое. Я что-то за эти все дни перестала заниматься творчеством, не ходила в зал. И это для меня было очень странно. Сегодня пойду обязательно. Нет, я не хочу вернуться к Максиму, потому что для меня все отношения полностью закончены. Объясню почему. Человек меня внимания не уделял. Человек уже натворил кучу ошибок, и поэтому я не буду его прощать. Я голосовала за Никиту с Настей, потому что это мои друзья. Макс сейчас с новой девушкой, с которой он давно общается. Красивая девчонка, сразу скажу. Вот. Да, я собой занимаюсь. Итак. Так, покажу, кто там находится. Максим только сидит. Не, ну я просто сижу на этом. У Максима Колесникова все хорошо. Так, ты вроде не просит прощения. Да, он не просит прощения, ему это не нужно. Я сейчас не накрашена красной помадой. Мы красимся яркими помадами, потому что на телеке смотрится красиво, и нам говорят, что лучше, ну, накрасить помадой. Вот. Приветики. Я сейчас вешу 43 килограмма, и рост у меня 1,69 м. Мне не нравится Максим Колесников. Макс Браун мне рассказывал про свою бывшую. Ну, только что рассказал об этом. Тени классно тебя идут, да, но они красивые. Ну, и дурак не вкус. Так. Катю с колонны сбили. И сбил я бывший молодой человек.
вообще могу не краситься, мне вообще все равно. А что именно искренне? У нас разница, во-первых, недели. Да, в черном нельзя, но я как черная женщина, мне можно. Кстати, мне одну, наверное, они ругают только Рапунцель и меня за черный цвет. А всех остальных ругают, я не знаю, почему так, но мне можно. Я всегда хожу в черном почти. У меня... А что, у меня собралось 100 тысяч подписчиков? Я просто не подписана на Катю, поэтому я не знаю. Макс, тебе сказали держать меня крепче. Хорошо? Держи. Я не могу обсуждать свою зарплату. Маша Бондарь ни с кем. Да, приревновал. Колесников за кого ухаживает. Колесников за кем только не ухаживает. Так, Вавиласик наш. Я сейчас... Я одна, но как бы с Максом общаемся. Блин, прикольно. Надо, чтобы меня тоже побили. На самом деле ситуация не смешная. Даже если это пиар, то... Вон Макс, iPhone. Gold. Gold! Gold! Помаши! Говори, скажи приветики! Hi! Ты в прямом, что ли? Да. Привет всем подписчикам Клавы. Да. Что пишут? А то, что Скалон набрала, типа, больше сотки подписчиков. А, за это? Да. Ну и ладно. Так, а с каким Максом общаемся? Я общаюсь с Максом Брауном. Вот. Пока с ним. Как пока? Мы присматриваемся друг к другу. Не хотим, так сказать, торопить события, как я обычно их тороплю. Вот, общаемся, смотря как он будет за мной ухаживать. Вы суперпара и пофиг на всех. Это не пиар, потому что она вся ходит в синяках. Я думаю, ну не по приколу будет ради там подписчиков, чтобы девочку избивали 8 часов. Его надо раскрывать. Просто Макс, ну, Морген сначала такой же был, а потом я его раскрыла. Я дружу со всеми. В черном нельзя, потому что на экране это смотрится некрасиво. У меня черные глаза. Под черный цвет волос, черная одежда и не хватает черных губов. Имя не Володя, знаешь, Понимаешь, да? У меня уже тату переделанное. Вот. Типа максимум от жизни. Да, ее больше нет на проекте. Нет, он приравнивал ее к Моргенштерну. Да, платье у меня вообще было. Оно очень красивое. Да, я уже ответила на этот вопрос. Я очень люблю черный цвет, и это самый мой любимый цвет. У меня закрадываются такие мысли в последнее время, но я пока держусь. Вот. Я занялась творчеством, но мне также хочется убежать. И я просто сижу и понимаю, что я тут делаю. Плюс я сейчас наблюдаю за новыми отношениями Макса. Вот. Прям очень радует. Я смотрю, радуюсь. Ну, на самом деле, уже пофиг. Я хочу забиться вся. Да, мне уже, по-моему, вы и писали насчет того, что... Ну, Катя неплохая девушка. Откуда у вас такая информация, что они целовались? Катю избил ей больше молодой человек. Спасибо. Я на самом деле всегда такой была, просто немножко показывала свой... можно так назвать его странатизм, чтобы не мастериться. Новая девочка к нему пришла, вот,
Ну, красиво, но похоже на меня. У нас только глаза разные, а так один в один. Какие дальше вопросики будут? А, она новая девушка Макса, копия меня, но с голубыми глазами. Красивая. Я похудела на нервах, я ничего не ела. Сейчас я пытаюсь набрать килограммы, но у меня не получается. Да, я ее очень сильно поддерживаю. И знаете, когда случаются такие ситуации, тебе уже плевать, что человек тебе плохого там сделал, как он с тобой поступил. Мне жалко в этой ситуации ее. Я не хочу, чтобы ей было больно. Я понимаю, какие неприятные, поэтому я вообще все обиды отпустила и также общаюсь с Катей. Да, у Макса еще татуха Клава. А насчет вопроса про наркотики. Да? Я скрывать не буду. Ну, да. А что со Скалон? Так, есть видео, где Катя Морген целуется. Да, я видела сегодня. Дело в том, что у меня больше 3000 стихотворений, и 3000 стихотворений это было в 2016 году, 2016-2017, дальше я их не считала, я пишу стихи каждый день, я каждый день пишу песни, но я, короче, немножко надломала свой зуб, он мне теперь натирает язык, и поэтому я начала шепелявить, и поэтому я пока не пою. Вот, как запишусь к стоматологу, буду дальше петь. Ну, эти темы, я думаю, обсуждать не стоит в прямом эфире про запрещенные вещества, но это как-то глупо. Нет, на проекте я ничего не делаю, на проекте я даже не пью после той ситуации, когда выложили видео, когда я была пьяненькая. Я полностью поменяла свой образ жизни, но я скрывать не буду, грехи у меня такие были, как бы, да, я тусила так, и я этого не скрываю. Вот, но я пока с этим завязала. Так. Я не могу изменить брови, потому что у меня татуаж. И плюс у меня такие брови идут. Как бы мне ни говорили, что мне эти брови не идут, они мне идут. А с другими бровями мне будет некрасиво. Да, видите, с Ильей. Ну, смотря у кого. Вот, обычно все сдают в 11 часов. Да, есть симпатия на проекте. Всем привет, 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 кто зашел. У меня была страница до этого, на ней было 160 тысяч подписчиков, но у меня ее заблокировали без права на восстановление, поэтому как-то сейчас новую страницу восстанавливаю. Поэтому всем приветики. Новенькие девочки. Блин, там есть одна девочка, она, по-моему, не говорит на русском, но она улыбается и просто с ума сходишь с нее. Да, симпатия у меня взаимная. Спасибо, мне очень приятно. Ой, вам тоже привет, Магнитогорск. Так, Сет ушла. Да почему взяла сейчас Сет ушла? Даже я об этом не знаю. Нет, Слава и Юля уже приехали. Юля рассталась с Захаром. Какая Юля с Захаром? Ты веришь в черную магию? В черную магию я верю, так как сама ей не раз пользовалась. Мне нравится больше Браун, чем Колесников. Приветики всем. Паша Бабич ни с кем. Привет тоже Казани. И в Узбекистану тоже привет. Всем приветики, всем хорошего настроения, хорошего дня. В Оренбурге не была. Симпатия к Брауну, да. Ты бы на Колесникова залезла? Нет, на Колесникова бы я бы не залезла. И вам удачи. Спасибочки. Да, у меня 14 тату. Белая вернется на проект, как думаешь? Не знаю, Ромашов не постоянно пишет, поэтому... Ну как, мы общаемся с ним, но... Он, когда переходит личные границы, я там гружень, тормози. Передай привет Насте Фроловой. Приветики, Настя Фролова. Передаю тебе огромнейший приветик. Колесников. Ну, был момент, но я как бы
не повелась. С Моргенштерном не я, у него другая девушка. Привет из Эстонии, вам тоже привет. Про страху в ответ ушла. Да, ушла. Так. Телек, да, искажают очень сильно. Плюсом снимают вот так. И это, ну, смотрится не очень. В жизни я выгляжу лучше. Я даже постоянно фоткаюсь через Snapchat, потому что, ну, мне не нравится, как я выгляжу на камеру. Хотя в жизни я выгляжу намного лучше, намного милее. Да, приворот я делала. Был такой косячок. Потом очень много раз жалела о том, что я это сделала. Есть тату. Тату на писи нету, и слава богу. Я, когда приеду в Узбекистан, обязательно встретимся. Да, это плохо, черная магия. Как ты... Как именно ты пользовалась черной магией? Любила одного очень сильно парня. Никак не клеилась с ним. И я решила его к себе приклеить. Приклеился. Спасибо. Так, привет, Плава. Всем приветики. Привет, Розалия? Привет, Розалия или Розалия. Ну, тебе приветики. Так, всем приветики. Ну, потому что съемка такая, девушка, мы решили... Нет, это не Катя. Так, передаю привет Замитиной. Блин, Зоечка, прости, пожалуйста, я не знаю, как выговорить правильно твою фамилию. Я передала тебе привет. Насчет Селены не знаю. Марсиага с бабушкой больше не живет. Да, так вышло. Нет, Колесникова я не рассматриваю вообще. Катя сейчас дома, все с ней хорошо. Опа, она, кто мне пишет? О, божечки. Здравствуй, родненький мой. Так. Господи, у меня аж это, аж прям давление поднялось. Ой, Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Да. Так, я передаю привет Маше Ереминой. Так. Паша... Да, я родилась в городе Магнитогорск. Пирсинга нет. Передаю привет Владу Сабриканову. Короче, передаю привет Владу. Влад, привет. Так, у меня 3,5. С колонн ни с кем не встречается. Одинай, привет. Привет, Одинай. Так, да, мы расстались с Моргенштерном и больше не вернемся в отношения. Ксюша из дурацкое слово. Ксюша из Узбекистана передаю огромный и плавный привет. Так, с кем мы с колонн? Пока ни с кем. Кто избил Катю? Влад Иванов. Как думаешь, может быть встречаться Колесников? Да, я думаю, они будут встречаться. Почему мне это кажется? Так, так, так. Алена не пришла на проект. Привет, Аля. Бондар ни с кем. Передаю привет Танюше. Так. Я передаю огромный привет Ксюше из Узбекистана. Уже второй раз. Передаю привет Але Мавлютиной. Я надеюсь, правильно говорю фамилию. Так. А с кем Макс? Новой девушкой. Моргенштерн не с Катей, нет. Привет, Ильяна. Ильяне, да. О, Ильяна, знакомая имя. У меня была знакомая Ильяна. Нет, Страхова не вернется. Узбекистан. У меня есть некоторые проблемы с дикцией, я их как бы не скрываю. Я очень классно говорю слово «джибарджанец». Я не могу выговорить слово «джибарджанец». Из-под виперперта «джибарджанец», «попкорн», «сюрприз». Не получается. Так, и вам приветики, и привет Питеру. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, передай привет Алине. Какие сложные фамилии. Передаю привет Росткиной Ане. Я надеюсь, я правильно говорю ваши фамилии.
Так, я училась в Автодоре. Сейчас пойдем к участникам. Что-то я уже... Мое самочувствие даже очень чем прекрасно. Я не знаю, почему не удаляют. Я все удалила даже с телефона. Нафиг надо. Так. Сейчас идем. О, Максон сидит. Колесников. Животное просто. Чисто Макс спит. Сейчас на бутылку сядешь. Олесечка. И. Ого, класс. Чё? Какая-то секси. Класс. Конечно. Что-то с домашним. Я? Посмотрите на мою крошечку, картошечку. Которая всегда будет очень прекрасна. Вон как раз снова девушка лежит. Вон Федечка Стрелков. Первым рейсом к тебе скашиваю. Всем привет. Да, танцуйте и снимайте сторис. И кайфуйте, и всех ложек себе. Да, он, кстати, будет выкладывать вас. Да, я стараюсь всем подписчикам отвечать. Я добрая. Хоть и говорят, что я злая, но я добрая. А чё, куда иду? Куда же хотела пойти? Я не могу показывать поближе, не могу вообще, в принципе, показывать. Ну, вы поняли.